OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Борцуни. Да, нанесен удар по Феодосии. Вражеская атака, территория порта оцеплена. Ребята с утра об этом рассказывали, говорили много, цитировали руководителя Крыма господина Аксенова. Ожидаемо, да, ожидаемо. Давно не били, явно что есть. Что эта атака скрыла? Атака это скрыла, кроме всего прочего, наличие ждунов у нас в тылу и неумение с ними работать. Эта атака вскрыла наличие абсолютного врага, которым является Собчак, и нежелание заниматься ее каналом. Понимаете, это вещи абсолютно связаны. Смотрите, происходит голая вечеринка. Она вообще о чем? О том, что уважаемая госпожа Милявская просто ничего не понимает. Потому что то сообщение, которое она записала, а я Лолиту знаю много лет, я очень хорошо отношусь к Лолите. И для меня то, что случилось с Лолитой, на самом деле, это личная трагедия. Потому что просто человек, к которому я отношусь с гигантским уважением, вдруг абсолютно выпал из жизни. Ужас стоит в том, что они даже не понимают, что они сделали. Они этого просто не понимают. И ты смотришь и видишь, как на твоих глазах человек взял и себя похоронил, просто разрушился. И при этом какие-то объяснения, и искренняя вера в то, что это вокруг устраивают хейт. Так же, как сказали, что, значит, это гражданка Ивлеева, или как ее хрен зовут, что она в чем-то раскаялась, извинилась, она ни перед кем не извинилась, ни в чем она не раскаялась. Никто из этих людей, которые что-то несли, ни слова не сказали про войну, про СВО, про фронт. Ивлеева не пожертвовала денег фронту, благотворительность. То есть эти мерзости, эти мрази, они продолжают упорствовать в своем праве, они это называют творчеством. Притом Ивлеева, которая говорит, я была главным редактором Playboy, и у меня были заготовки, мне их не дали реализовать, и вот сейчас я... идет война, идет день чекиста, гибнут ребята на фронте. Ее творчество это Playboy. Вот ее, и она объясняет нам, идиотам, что мы не понимаем ее право на творчество. И что они взрослые люди, объясняет нам Собчак. И они что хотят, своими жопами то делают. Кол себе осиновый в жопы загоните, твари конченые. Сатанинское, мерзкое, гадкое отродье. И когда вы своими накокаиненными носами через губу говорите, ну ладно, если вы, быдляк, считаете, что нам, чтобы продолжать творить, что мы творим, надо якобы публично извиниться, вот вам. И, конечно, деньги. 1500 молодых ублюдков пришли на следующий день на Naked Power. 1500, их не арестовали, с ними ничего не сделали, им дали потусить, они заплатили этой твари деньги, которые уверены, что она колоссальным образом раскрутилась и показала право на женское тело, которое прекрасно в любом возрасте. Кстати, это вранье. Человеческое тело не прекрасно в любом возрасте. Прекратите себе врать. И мы на это смотрим и должны принимать эти игры. Вот это право на пошлость, право на мерзость, и общество абсолютно беззащитно. И вот эти несмыкаемые миры, которые вдруг пересекаются на телеграм-канале этого врага Собчак, который просто работает в интересах украинской разведки и выкладывает видео, которое используется для верификации нанесенных ударов. Никто не задает вопрос, на какие деньги она существует, на какие деньги существуют это каналы. При том, что известно, что за вымогательство арестован ряд менеджеров ее других каналов. Ей все можно. Ни в одной другой стране этого бы не было. Человек напрямую работает на врага. Человек берет интервью у иноагентов типа Моргенштерна. Человек просто абсолютный враг, разлагающий страну изнутри, действующих в интересах спецслужб Украины, размещая видео поражения. Все нормально, ничего не происходит. Другие бы за меньше уже в асфальт закатали и были бы правы. Ивлеева, все нормально, все происходит. Участники голых вечеринок бросаются на грудь кому надо, и кажется, что уже все нормально.
Ми самі в дикому восторгі. Гепнули так добряче в Криму, в Феодосії. І одразу припущення пішли про те, що нібито Новочеркась міг перевозити шахеди. Звісно, що не з самого Ірану, бо це неможливо логістично. Але з огляду на ту потужність вибуху, очевидно, щось там таке було на борту. Так, безумовно, там була детонація, і те, що він перевозив шахеди, це правда. Але чи цього разу не можу не підтвердити, не спростувати. Справа у тому, що БДК, проект 875, вони зараз основні такі робочі конячки для російського флоту у питаннях логістики, особливо в Чорному морі. І саме вони перевозять боєприпаси, техніку, ті ж самі дрони камікадзе, коли, наприклад, це неможливо логістично забезпечити перевезенням через Керченський міст. Отже, і цього разу був якийсь вантаж. Були це боєприпаси, чи це була техніка, чи це були шахеди, це вже інше питання. Головне, що сам по собі цей великий десантний корабель в Росії не можуть будувати. Загально він будувався на верфі в Гданську, тобто в Польщі, ще за часів Радянського Союзу. І Радянський Союз саме використовував ці ВДК також як основні в своєму флоті. Зараз в Росії є великі проблеми не тільки з тим, щоб якимось новим проектом компенсувати ці ВДК, бо в них немає якогось ефективного проекту серійного виробництва великих десантних кораблів. Кораблі типу «Іван Грен», вони дуже дефективні і постійно цей проект переробляється. Отже, вони не можуть їх масштабно серійно запустити виробництво. А от щодо проекту 775, то кожного разу їх стає все менше та менше. В 2023 році було, як відомо, також пошкоджено Оленігорський гірняк. Це також ВДК цього самого проекту. А в Севастополі, в Сухому Доці, разом з підводним човном Ростов-на-Дону проекту «Варшавянка 636» було знищено також проект 775 ВДК «Мінськ». Тобто вони втрачають великій кількості саме ось цю свою компоненту великих десантних кораблів. Ну, але постачання шахедів, якщо відбувалося, так розумію, що це вони з самої Росії їх перевозили, точно не з Ірану. Босфор же ж закритий. Так, тому що все ж таки перевезення деяких вантажів кораблями, воно більш вигідно, ніж та безпечно, як вважалося, аніж перевезення цих вантажів Керченським мостом, тобто залізницею. І коли є якась проблема з налагодженням цієї логістики, бо навантаження зараз на працюючу колію Керченського мосту досить велике, і вони не можуть його ефективно використовувати на всі 100%, це зрозуміло, там все працює в реверсному форматі, отже вони використовують для цього ВДК. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.